Я ее не вижу пока. Она еще в тени. Скоро должна появиться. Примерно в 90 градусах справа по тангажу и где-то градусов 10 по рысканию. Ждем. Пока не... Вон она. Я ее вижу. Ну-ка, разверни корабль. Дайте нам взглянуть. Беру на прицел. Вот она, родная. И мы видим. Поехали потихонечку. Метров. Примерно через 5 минут будем у станции. Подлетайте на расстояние 200 метров и там зависайте. Есть. Может, начнем гасить скорость? Рано пока. Гашу боковую скорость. Выдаю 2 метра в секунду на торможение. Заря, вы видите ее? Видим. Вращение по тангажу примерно 1.5 градуса в секунду. Это еще быстрее, чем мы предполагали. Заря, обратите внимание. Солнечные батареи развернуты в разных направлениях. Да. Видим. Степаныч. Пока непонятно. Саш. Надо будет сделать снимки. Потом тщательно проанализируем. Делаем. Памиры, с топливом поэкономнее. На стыковку не больше 3 попыток. Понял вас, Заря. Еще же обратно на чем-то нужно вернуться. Да. Ну что, с Богом. Так, Памиры, начинаем стыковку. Поехали. Выдвигаю штангу стыковочного механизма. Расстояние до узла 32 метра. Идем на стыковку. Врежемся! Стыковки. Уводи, уводи! Да вижу, увожу, увожу. Спокойно. Сильно столкнулись? Не сильно. Мы почти затормозили. Так. Памиры, вы сейчас войдете в радиотень. Отдохните лучше. А мы здесь посовещаемся, подумаем. До связи. Понял вас. Есть. Мы пока осмотрим ее внешне. Внимательно.
Так, если начать движение с 11 метров со скоростью 35 сантиметров в секунду, это будет ровно четверть оборота. И, в принципе, мы сможем поймать узел. Ты чего делаешь? Примеряюсь. Подбираю скорость. Ты же сам предложил. Без команды нельзя. Ничего. Немного порепетируем. Ты слышал, что сказала Земля? Давай проведем внешний осмотр станции. Я понял. По продольной станции вращается в одной плоскости. Предполагаемая скорость стыковки 15 сантиметров в секунду. Этого недостаточно для того, чтобы кораблю подстроиться под станцию и поймать ее вращение. Давай попробуем поймать движение. Присмотримся, как говорится. Перепроверь готовность систем стыковки. Вить, это просто репетиция. Заодно станцию поближе осмотрим. Так не нужно уменьшать скорость. Нужно ее увеличивать, наоборот. Минимум в 3 раза. Хотя бы до 35 сантиметров в секунду. Система готова. Система к стыковке готова. Поехали потихоньку. Ты понимаешь, Витя, тут каждый сантиметр важен. Буквально каждый сантиметр. Чуток влево-вправо, вверх-вниз, вперед-назад, туда-сюда и нифига. Ты понимаешь, о чем я? Рискуем, Володя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что, родная, поцелуемся? Гаси, гаси, скорость, врежемся! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Виктор! А теперь давай успокоимся. Зачем нам крутиться без толку? Ты сумасшедший псих. Мы пристыковались. Я отказываюсь продолжать полет вместе с тобой, слышишь? Вить, а куда ты денешься? Валерий Петрович. Валерий Петрович, связь. А? Памир, прием. Заря, я Памир один. Слышу вас. Как настроение? Отличное. Памир, смотрите. В общем, мы здесь посоветовались. Земля, у вас уже есть изображение? Нет еще. Мы пристыковались. В смысле, не понял. Стыковка корабля «Союз Т-13» и станции «Салют-7» произведена успешно. Стягивание завершено. Докладывает командир корабля «Памир-1». Мать вашу. Готовы к проверке на герметичность и к переходу на станцию. Как меня слышишь, Заря? Прием. Ну, ребят, вы даете. А мы боялись. А рубашку тебе надо сменить.
Дамиры, поздравляю вас, вы молодцы. Но давайте как-то в следующий раз сообщать. Есть, принято. Так, товарищи. Готовимся к переходу на станцию.